пока ничего такого страшного я не... Босоногая тропа, ощути мир босиком. Шо-то? Ой, как круто, ты что? Тебя не видно. Не, Танюха напугала, видишь? По камням можно пройти. Для тех, кто босиком никогда не ходил, для них можно... Да подожди, может там еще какие-то. Там сучки есть. Какие-то, там галька, раз. Не, ну массаж ногам хорошо делать. О. Вот это мне нравится, именно вот это. Крупная галька. Да, видишь? Что сейчас раз и круг и обратно что-то. Не, ну есть еще вариант заблудиться. Так тут вряд ли заблудится. Будем идти вниз, там озеро будет. Так тут другая дорога. Хорошие здесь. Мебельные. Это ж тут всяких энцефалитных клещей. Так дрянь. Надо... В дубравах они ж, да? Я ну, сорвал нет. Цветок, он увял, я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони. И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем. Словацкий поэт. Не впечатлил меня словацкий поэт. Глубиной мысли, о, сено. Удобно. То, что от лошадок осталось, наверное. Ну, да. Представляешь, сейчас вот этот лев какой-нибудь здесь за кустом сидит из зоопарка сбежавший. А это как Янукович. О! А, это наоборот надо, в горочку. Под пенькам. Это, то есть, с него пример взяли. О, вот это точно для... О, по шишкам. Да, они уже мягкие, уже раздавили все. Сюда сосновые надо было накидать. Ай-яй-яй. Да. Да не, не колятся вообще. Вообще не колятся. А шо, на что же они жаловались? Больно, больно. Так они же еще и легкие, это же не наши сотни килограмм. Что уже воткнулось? А вот, Янукович. И вот каждое утро я вот так бегаю. Да. Это для ленивых, наверное. Что за рабануться тут еще, конечно. Ну что, оригинально, молодцы. Ну да. Все просто ходить, бродить, а так это. А это кто сдался и пошел, например. Тут вынос раненых. Тропа для выноса раненых. А это еще что такое? А, это типа... Типа этого? Да бог его знает. Частокол малопонятный. Не, массажеры хорошие такие. По ногам пройтись. Не то что ух ты, ах ты, но вот именно... Высоко все. Похоже на это, как это? Как, типа, мол, бесстыдница, знаешь, есть такая, в Крыму растут такие деревья, без коры. Как это они называются, странно, не помню. Ну, натурально, вот как если с этой коры снять, так то же самое. А, ну вон, ты видишь, как оно ходится.
Это уже, по-моему, для развития вестибулярного аппарата больше, чем для того, что... массаж делать. А, что это было, да? Я не смотрел, но слышал название этого фильма. Ну, а вон уже и озеро. Кто-то не добрался, не дошел. Как можно было потерять шорты? Ладно, тапки. О. Все-таки не все добираются до конца тропы, очевидно, да? И как назло, моего размера нет. Пожди, я на это, на спираль попробую залезть. Красота. Высота, красота. Да, босиком, конечно, уже не помню, когда я последний раз ходил. Оригинальная идея, молодцы. Люди, как озеро! Класс! Какое-то озеро! Какое же водоем! Как хорошо! Да, озерцо. А ты видел на улице культуры, какие яйца динозавра лежат? Не видал никогда? Как раз на пересечении проспекта Науки и улицы культуры. Там такие, ну, метра, наверное, 3 высотой. Там дальше, где дом слова. Да, приличный такой. Приличное яичко. Тут никого нет, уже все вышли, наверное. Где-то они тут я. Об этом лучше не думать. Слышишь, по темноте здесь, наверное, некомфортно ходить. Ну да. Это то же самое, что по шпалу. Там тоже яйца. Что-то я не пойму. Мы, по-моему, все больше и больше удаляемся. А, вон поворот. Сад камней. Ну, поэтому, наверное, аж ходить вот не получится. Это типа лабиринт. Ну, дойду я или не дойду?
Ты посмотри, там шорты теряли, а тут уже люди юбки теряют. В конце, до чего мы добредем. Это спираль просто. Нет, это спираль, но она без выхода. Ой, звучит угрюмо. Пошли к Маше, может они уже отбатутились. К нашим девчатам, мальчатам. Я понимаю, если бы, знаешь, там где-то через крапиву надо было бы пройти. Через шиповник. Да я, в принципе, тут по желанию. Вот так вот. Навпростеть. А, ты думаешь, это так? Ну прыгай. Вы против струи прошлись. Ну болото я так, что не прыгнул. А вот и вторая половина. Походу долго развивался. Да может это квест надо собрать в комплект вечернего платья. Ботинки были, шорты были. Блузка была. Правый слева. А, вот тебе эти. А, вот это крапива, да? Да, это крапива. Вон, это. Ну тогда не надо туда ходить. Босоногая тропа. Нет, туда я не полезу. Там еще кто-то живет, по-моему. Именно по-свински. Какой кошмар. Ух ты, ой. А вот это реально... А вот это уже реально больно-больно. Да. А вы трите их об камни, так они наоборот считают. Нет, я буду терпеть. Ух ты! Вот это импликатор Кузнецова. Поналипало. Да, это хорошая идея. Сначала по грязи, да, сначала по грязи. Для острых ощущений битое стекло, да? Не хватает. А вот тебе и сосновые шишки, ты как раз просил. Что, оказывается, разминка была, да? Ну да. А, вот шишки. Сначала завести куда-то в чащобу, а потом уже... Ух ты, мама дорогая. Ой, ай! Ух! Да, не, вот это уже ощутимо. Фу. Слушай, ты больше ничего не желаешь. Это как раз... Пожелал сосновых шишек и на тебе. Да, ну тут чтобы шишки везде были. О, это не это было сурово, честно говоря. Керамзит и шишки, да. Керамзит и шишки. Это было больно. А вот, ну все, мы уже. Песочек, керамзит. Контрастный душ. В конце там где-то еще цемент был. Я предполагаю яму без дна. Так, 7 июля 2019 год. Харьков экопарк Фельдмана. О, все, сердечко. Добрели. Живы-здоровы. Красота. Красота.